Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Зловещие мертвецы». Ну что ж, мы сейчас отправляемся с вами в канализацию. И здесь мы будем охотиться на зомби. Так, избежать. Встречка, это была встреча, не знаю. Мы сколько раз эту встречу проходили, там никого не было. О, мы в канализации. Сейчас посмотрим. У меня нет с собой динамитика. Динамита нету, к сожалению. Ладно, ничего страшного. О май гад. Вот она, канашка. Канализация. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, сколько зомбаков. Офигеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратненько. Вообще много, слушай, офигеть, просто я в шоке, нафиг. Я в шоке. Ой, я провалился куда-то, подожди. Ты видел, я куда-то провалился. Оба-на. Нифига, а что это было? Подожди, может я еще раз так провалюсь? Нет, нифига. Так, стреляем, значит, всех. Блин, а чё эти встали, смотри. А ну отойдите. Ёлки-моталки. Сейчас, ладно, подождем немножко, сейчас они подойдут, и мы взорвем бак. Подходим. Есть. Ну не всех я, конечно, убил, и мне еще офигенно как жизни мне подпортили. Короче, надо будет покупать побольше динамитика. Вон еще бабулька идет, смотри. Сейчас моя. Есть, готово. Да, если нет у тебя динамита, лучше вообще к канашку не идти. К сожалению, наши зомбаки не дают нифига динамита. Опачки. Ой, нет. А, в принципе, смотри, быстро он умер. Так, этот готов. Да, готов. Дальше смотрим. Да, зомбаков тут очень много. Мне дофига, блин. Я не знаю, вообще много уходит у меня здесь патронов. Патрончиков много уйдет. Я боюсь, прям очень много. Я не знал, что в канализации столько будет много зомби. Вообще нормальный уровень. Сложный. Всякая водичка, но мне. Так, куда мне это отправляет? Так, я еще здесь хочу посмотреть, что здесь интересного есть. Всякие ловушки. Интересно, его можно сюда заманить? На вот эту штуку он пойдет, нет? А ну, пошли сюда, пошли, вставай сюда. Готов. Здесь ничего интересного нету. Нет, здесь ничего интересного нет абсолютно. А куда я провалился, интересно, в первый раз? Там тоже ничего интересного нет. Ну что ж, бежим тогда сюда, в эту сторону. Посмотрим, сколько здесь зомбаков будет. Раз, два, три. Три удара. Какие-то игрушки лежат. Непонятные. О! Быстрее, да ё-моё. Как так, а? Надо что-то съесть, потому что
Это у нас что такое? Витамины? Значит, бобы едим. И азверин еще давай выпьем. Применить азверин. О, смотри, они быстрее, нет? Они быстрее стали убивать, умирать. Слишком много зомбаков, смотри там сколько, куча их. Хватит, интересно, у меня патронов-то, а? То вообще лезут и лезут, лезут и лезут, лезут и лезут, лезут и лезут. Ага, отстаньте. Нет, надо зачистить территорию. 25 зомбаков. Ладно. Прощай оружие называется, либо прощай патроны. Много мне придется патрончиков на вас использовать. А, ну в принципе тут немножко осталось. Да конечно, я тебя сейчас укушу. Все, готово. Офигеть просто. Сколько я патронов на них трачу. Надеюсь, мне мэр даст денег побольше. Вообще задание. Так, гад. Сейчас эти повылазят. Сейчас мы здесь стоим такие. А, все, взорвал я. Ладно, хотя бы частично я их тут поубивал. Частично хотя бы. Все, миссия завершена. Офигеть. Это было сложно. Это было... Не то чтобы сложно, очень много ушло. Очень много ушло мне патронов. Да, сейчас мы зайдем, посмотрим. Торговцу сейчас зайдем. А сейчас зайдем в мой домик. Посмотрим, вот бинты есть. Два бинта. И здесь у нас получается, что интересно... Следующий бинт еще не скоро. И есть патроны. 50 патронов всего лишь. Это вообще мало. Надо будет здесь ускорять это все дело. Патрончиков у меня осталось 220. Это очень-очень мало. Идем к торговцу. Где торговец? Вот. Торговец, сейчас идем, зайдем по торговцу. Так, слышь, торговец, у тебя есть лимонки, а у тебя лимонок нету. Журнала природы, у меня и денег нету. Так, давайте я что-нибудь продам, вот эту канитель всю. Патроны. 1300. Да уж. Сундук. Этот у меня получается шмайсер. Сколько у меня? 7,62. А, это 5,56. Это на этот пистолет, наверное. Нет, это 9 миллиметров. 5,56 у меня. Мне нужно 5,56. 5,56. Вот. Покупаем. Это что, один патрон? Стоит так дорого. Ладно. Возьмем частично. Вот так вот. Нет. Да ладно, сейчас на сей купим, да и все. Шестьсот патронов. Очень мало. Очень мало. Ага. 221, почему? Блин, я не те покупал, мне нужно патроны на 9 миллиметров. Я не те патроны купил, чувак. На 9 миллиметров мне надо.
Так, вот, вот эти надо мне. Ладно, сейчас разберемся. Идем к кассу. Так, день снайпера. Миссия выполнена. Так, денежку берем. Охота на зомби. Берем денежку. И еще у меня вот это, еще одна миссия осталась. Я сейчас хожу. О, у меня что-то Чак хочет сказать. Сейчас, секунду. Вот Чак. Привет. А как это выглядит? Проще пареной репы. А супер, там в самолете лежит один важный пакет. Принеси его. Так, берем пакет. Угу, очень важный пакет. Что у меня там горит? А, очки умений. Так, все, забираем. И идем к нашему Джеффу. Что у нас с автомобилем там? У меня есть все части для машины. Осталось только достать инструменты. Я слышал, что у бродяга не есть. Поищи там набор инструментов для машины. Вот еще у нас есть приятель. О, ракетки у него есть. Сейчас купим. И эти сейчас возьмем. А, денег не хватает. Офигеть. Давай, может, книгу продадим или прочитаем? Умение целительства. А, я... Подожди, одну секунду. Вот у меня есть книга. Использовать. Так. Дальше. Вот эти патроны для ружья. Вот. А ну давай сейчас эти поменяю. Поставлю вот это оружие. И вот отсюда я вещи все уберу в рюкзак. Вот так сейчас поставим. Вот. Нормально. 2800 у меня. А в рюкзак вот это все положим. Что мне не нужно. Вот эти патроны все. Сменим оружие. Так, целительство вот это возьмем. На всякий случай. Это мне патроны не нужны. А зверин пока не нужен. Эти патроны тоже не нужны. Пистолет пока. Пистолет пока не нужен. И так, это что такое? Устойчивость к радиации не нужна. Витамины тоже оставим. Отмычки тоже нужны. Лимонки и... Так, денег у меня нет. Ладно, хотя бы лимонки возьмем. Тоже, в принципе, неплохо. И сейчас наберем... А, сейчас пойдем к этому чуваку. Подожди. К мэру. Что там мэр нам скажет интересного? Привет, мэр. Так, смотри, мне нужна машина, троица на 21 уровне. Пока я машину не куплю, он мне, короче, ничего не это самое. Слушай, а что это за пирожочек лежит у тебя, а? К Тони, к Джеффу, к торговцу, я к всем ходил. Сейчас к этому еще подойдем, возьмем у него задание. Смотри, у него что написано. День снайпера. Спасибо, еще хочешь? Да, давай еще что-нибудь, задание какое-нибудь. Охота на зомби, давай еще. Все, есть еще что-то? Так, пока что нет. Так, получили мы задание. День снайпера, охота на зомби. У доктора что, что интересно? Доктор мне ничего не скажет, ладно. Денег нету, конечно. Но придется мне сходить, съездить, посмотреть что-нибудь. Ну давай сейчас пойдем в инсайт. Здесь разберемся сразу. Зомби наступают. Используйте ракетную пушку. А, подожди, ракетная пушка. Все нормально сейчас, подожди, ребята. Где где ракетная пушка, я не понял. Ну, сейчас подойдут они, сейчас я им сделаю фейерверк быстренько. Готово, один остался, смотри.
Гад. А ты-то откуда вылезла, мадам? Все, смотри, ползут, ползут, гады. Ну что ж, подождем, пока они сейчас все в одну кучку станут. Сейчас мы им устроим фейерверк. Так, ты тоже давай, чувак, подходи к нам. Ух ты! Аккуратно. Все, подходим. И все, и стреляем сейчас. Их разносим. Есть, готово. Отправляемся дальше. Так, опять зомбаки. Ну тут их, в принципе, немного. Но вот эти вот полицейские, они, мне кажется, тоже какие-то такие не слабые. Сейчас ждем, пока... Вот сюда, сейчас мы их подзовем. Пускай сюда подходят, а теперь сюда. Все, а теперь я так откажу немножечко. Блин, не получилось. Сюда подходим, вот сюда. Есть, готово. Все, получили всего лишь 50 патронов. Ладно. Идем дальше. Вот сюда мне нужно было. Так, это что такое, интересно, непонятно. Все, поднимаемся наверх. И сейчас используем ракетку. А, да, это ракеты, слушай. Эта мне миссия нравится, она не очень такая и сложная, потому что... О, нет, это стреляющий, надо стреляющего уничтожать. Офигеть, смотри, какой он мощный. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Гад. Куда ты пошел? Так, разносим зомбаков. Так, стена 80% повреждения. Да когда бы она успела так повредиться? Уничтожьте прибывающую орду зомби. Мне нужно что-то подкрепиться. Подожди, сейчас я посмотрю. Подожди, сейчас посмотрим. У меня что-то есть. Давай выпьем воды. И в больше у меня, в принципе, здесь нету ничего подкрепиться. Ладно. Будем улучшаться. Сейчас немножко вот у меня здоровье растет. Хорошо. Вот зомбак идет. Есть. Вот, смотри, стали выползать. Выползают, выползают зомбаки. Готово. О, стреляющий гад, смотри. Их несколько, смотри, несколько. Ё-моё, нифига себе. Блин, вот это вот время, когда вот надо перезаряжаться. Подожди, а у меня нету ничего именно, как бы тебе сказать. Так, это что у нас? Экстра витамины, скорость перезарядки. Это мне, в принципе, не пригодится сейчас. Хотя, давай используем. Угу. Больше нет. А, подожди, у меня есть бинты. Раз, два, 90%, нормально. Все, живем. Можно было третий бинт не использовать, ладно. Ничего страшного. Так, все, сейчас идут опять зомбаки. Их много сейчас будет. Вот, туда стрелим сейчас и здесь. О, стреляющий, быстрее перезаряжайся. Все, готово, почистил. Вот зомбачки идут. Так, перезаряжаемся быстренько. Это, кажется, последняя атака зомби, не знаю.
Так, тут не, зомбаков нету, все нормально. Так, вот они идут. Все, миссия завершена. Успешно, отлично, ребята, все. Хорошо. Ну что ж, на этом серию мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.